Мой прадед Супч Борис Александрович родился 24 марта 1912 года в городе Урдютюб Омской области. В 1932 году он приехал в Севастополь и поступил в военно-морское училище береговой обороны. Это училище находилось в бывших лазаревских казармах на мысу над Южной бухтой. В 1936 году он окончил училище и остался там служить. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Фашистская Германия напала на Советский Союз, СССР. В это время Борис Александрович служил на канонерской лодке «Красная Абхазия». Канонерская лодка – это корабль с мощным артиллерийским вооружением. Канонерская лодка «Красная Абхазия» принимала участие высадки десанта, совершала воинские перевозки, ее бомбила немецкая авиация, но корабль выживал. И за свой долгий путь канонерская лодка «Красная Абхазия» была награждена орденом Красного Знамени. Итак, Борис Александрович имел следующие награды. Медаль за оборону Севастополя, медаль за оборону Кавказа, медаль за боевые заслуги, орден Красной Звезды, второй орден Красной Звезды, орден Великой Отечественной войны первой степени и орден Красного Знамени. Я горжусь своим прадедом.